О, уже в эфире 55 человек. Здравствуйте, друзья. Ну, ждем, когда у вас число немножко... 60 уже. О, хорошо, хорошо. Угу. Вы услышали уже, вернее, увидели, прочитали о том, что наша сегодня тема — институт или самообразование. Вообще, как бы, самообразование подразумевает и институт тоже. Потому что если человек пинает, а он учится, то, конечно, это не самообразование, это навязчивое образование. И чаще всего, конечно, с помощью именно собственной пытливости человек достигает каких-то результатов, которые потом видны, заметны в обществе. И надо сказать, что многие из тех великих художников, которые имена которых на слуху, не были заметными студентами. Часто были довольно, ну, по нашим меркам, троечники. Ну, или хорошисты, да. А в итоге мы знаем всю их славу и всю их необыкновенность. Потому что, конечно же, академическое образование, оно штудировательно, оно учит академизму, но не учит изобретательству. То есть человек, ну, понятно, что в рамках академизма существует изобретательство, но, в общем-то, учит именно в этих рамках. А большое изобретательство, в том числе в организации своего дела, да, она не учит. И, как правило, очень много художников, выходя из института, либо выходят с комплексами того, что были и получше их, и это их, значит, не их дело рисовать. Любовь к живописи часто утрачивается, потому что все превращается просто в каторжный труд, а он очень часто каторжный, особенно в студенческие годы. И потом надо кормить семью с этой помощью, с помощью живописи, а институт об этом вообще не задумывается. Это уж дальше вы как хотите, так и живите. Поэтому чаще всего выпускники институтов распределяются по другим отраслям, так сказать, народного хозяйства. Вот. Насколько я это знаю, насколько история об этом рассказывает. Ну, а тем более, что никакого Достоевского никакой институт не вырастет, да, если уже брать литературу и тому подобное. То есть есть те же импрессионисты, когда клерки, увлекшись идеей импрессионизма, стали художниками и очень известными, знаменитыми и тонкими. А академисты, которые тогда существовали, не только не заметили этого чуда импрессионизма, но и... Итак, я тут что-то себе какие-то пометки сделал, плюс какие-то вопросы, которые вы задавали. Сейчас я посмотрю, что я там отобрал. Ну, а вы пока задавайте вопросы, если они появятся, то задавайте. Ну, вот, например, я хочу учиться живописи всерьез. Какую траекторию обучения выбрать? Вот. Ну, по мне, если вы взрослый человек, и у вас нет 5 годов лишения свободы, то лучше начинать... с видео, с общением с выбранными учителями, которых вы выберете, и с расширением кругозора, который необходим, потому что, приходя в институт, вы попадаете в кругозор только одного художника, который вас ведет. Ну, максимум 2. Один портрету обучает, другой живописи, третий композиции. Но, как правило, там декомпозиция, там все-таки это больше теория, а портрет и пейзаж — это вот уже, допустим, отдельные какие-то мастерские. Вот. И вот у вас есть учитель, который только так умеет, как он умеет. Другие учителя умеют иначе,
Но вам по темпераменту, допустим, этот учитель не подходит, а вы уже встряли. И вы не можете его уже заменить. Вам 5 лет с ним дойти до ручки. И другой путь. Вы смотрите сейчас, выбираете учителей, в том числе академического толка, в том числе с образованием, есть, ну, с серьезным образованием академическим, есть учителя. И вы, выбрав себе их по видео, идете дальше уже как... Ну, сначала выбираете из них и пробуете себя, расширяете свой кругозор, свои желания исследуете, а потом уже и... выбрав, уже как какой-то линии следуете. Но и опять же, вы с этой линии можете в любой момент сойти, если увидели нечто более привлекательное. Так что вот эта свобода, которая как бы... А, ну, кстати, в наше время бумага об образовании в живописи не дает вам никакого преимущества. Никто, ни в одной галерее вас не спросит, а образование у тебя есть? В отличие от других отраслей, где об образовании спросят в первую очередь. Кстати, о карантине тоже. Вот я тут себе пометку сделал, карантин. Потому что карантин сейчас, может быть, физиков не отправил в полное безвестие, а художников, учащихся на живописи, отправил, потому что те, кто не может приходить и непосредственно учиться из-под руки, по видеосвязи со своим педагогом учатся затруднительно. То есть темп образования, ну и опять же, представляете, там приходишь в институт, все пишут, стоит модель, ее все пишут, там или портрет, или обнаженная, или тряпочки повесили, рисуют. И у всех одна и та же тряпочка, и идет процесс, да? А тут надо, чтобы каждый повесил себе тряпочку, а профессор, допустим, рассматривал, как он справляется. Ну, это все понятно, что это затруднительно. Может, какие-то вопросы есть? Да, появились уже. Здравствуйте. Как выработать свой стиль? Стиль – это скользкий путь сразу. Во-первых, чтобы его выработать, вы все равно вынуждены будете взять несколько других языков живописи, как бы, ну, каких-то, какой-то уклон в живописи выбрать для себя и последовать ему. Но последовав ему, вы потом вынуждены его отстаивать. Потому что вам будут все время говорить, а можно вот те работы, которые вы вот тогда писали? И вы не сможете сойти с этого пути. Может быть, и не стоит уже прямо стиль искать. Ну, в каком стиле писал Серов? У него и экспериментальная живопись была. Но в основном это как бы красивая живопись. Академическая, но красивая. Вот. А... как он Малевич писал? Что он, одни квадраты писал? Нет, он все писал. Поэтому стилистика, она, к сожалению, хватает за горло. То есть, и ты вынужден потом только так и писать. Ты вот, и не все, что ты хочешь изобразить, можно перевести на этот язык, который ты изобрел, скажем, для пейзажа, или изобрел для портрета, для многофигурных композиций. А ты уже вынужден следовать этому языку и не можешь взять темы, в которые не вмещаются в этот язык. Ну, они просто не попадают. Они. Как вы относитесь к творчеству Сафронова? Ну, как бы бессмысленно об этом говорить, наверное, так же, как и вы. Вопрос просто подразумевает ответ. Ну, добротный художник, но с каверзой того, что всю свою жизнь посвятил карьере в высших эшелонах. И, наверное, в какой-то момент ему было очень это очень нравилось, потом, может быть, не очень нравилось, потому что это тоже не свобода. И ну, сейчас он очень вроде как активно бизнесом занят. Ну что, ну вот это тоже пример. Ну вот недавно был 30 лет назад героем в этом смысле, как Сафронов сегодня, был Шилов, который тоже обслуживал высший эшелон. Ну и полстраны, ну, художники практически все, а полстраны, так сказать, зрители были очень им как бы недовольны, что вообще такой прецедент появился. Но, с другой стороны, масса обывателей, особенно в простонародье,
были поражены его качеством, его изобразительных возможностей. Страшно начинать писать с живой природы, комфортнее с фото. Это плохо? Нет, ничем не плохо. Есть люди, которые плохо чувствуют, есть люди, которые хорошо чувствуют. Хорошо воскрешают с фотографии, воскрешают идею пленэра, идею натуры. Да? А другие плохо воскрешают, поэтому ну как бы неинтересно получается, невкусно, законов каких-то не знают, чтобы это зазвучало. Вот. Но я вам скажу, что в наше время на Западе 90% живописи это с фотоматериалов разного рода. У нас пока еще очень много пленэрных художников, но, к сожалению, пленэрная живопись мало кому нужна. А с фотографией, деликатно, аккуратно выписанная, она все-таки становится востребованной. Ну, конечно же, полезно пописать с натурой. Это же своеобразное общение с природой, плюс продуктивное общение. И, конечно, те, кто, у кого здоровье позволяет очень сильно, потому что не всем людям позволяет здоровье бегать на пленэр. Вот. И, ну, для них это счастье, вот, общение с Божьим миром. По поводу бумажки об образовании. В Симферополе в галерее меня спросили об образовании. Симферопольская галерея, насколько я знаю. Это такой отстой, когда люди просто не знают, а можно эту живопись брать или нет. Когда сами галеристы не знают, стоит ли эту живопись брать или нет. Потому что застой в продажах такой, что может хотя бы бумажку спросить. Ну, есть художники, вернее, есть галереи, которые работают только с союзом художников. Да? Как правило, это штатные галереи. А есть галереи, которые работают только с экстремальной живописью. И когда туда приносит академический художник картину, ему говорят, ну, извините, это не наш формат. Ну, хорошая картина, но это не наш формат. Поэтому... А основная масса галерей, это, конечно, галереи как бы среднего толка, которые берут живопись, которую хорошо покупают. Если те формируют свою аудиторию, то основная масса, конечно, не формирует, а просто продает то, что хорошо покупается. Ведете ли вы мастер-класс по интернету с обратной связью? Мы попробовали несколько раз. Это очень технически трудоемко. Это невозможно. Приезжайте в Переславль. Можно ли писать портрет человека без его фактического разрешения? Ну, в наше время, наверное, уже нельзя. Наверное. Хотя я не знаю, что он может предъявить. Ну, я не знаю, насколько это бестактно. Я, честно говоря, не задумывался. Игорь, у вас... Ну, если вы комплиментарно пишете, ну, или хотя бы стараетесь это сделать комплиментарно, то, я думаю, никогда никаких проблем не возникнет. А если вы каверзу задумали, то, конечно. Игорь, у вас есть стиль? Вы знаете, моя задача другая. Долгое время я расписывал храмы, потом стал вот это учительствовать в живописи. И на стиль у меня нет времени. Поэтому я делаю вам учебные видео, в общем-то, в разных стилях. И конечно, я бы мог выбрать какой-то стиль и ему следовать, но у меня, я себе поставил другую цель и другую задачу. И я очень хорошо в ней себя чувствую, и мне очень нравится общение с вами. И у меня голова не болит, мне все нравится. Что вы любите больше всего рисовать и почему? Ну, я уже много раз говорил, женский портрет. Портрет женский, но не просто женский портрет, как бы а-ля импрессионизм, а как бы с возможностью заглянуть в человека. К сожалению, подобная тема сейчас не востребована вообще. То есть сделать кому-то приятное, написав такой портрет, почти невозможно. Ну, редкие люди хотят, чтобы у них был портрет. Очень редкие, к сожалению. И, соответственно, нет заказа социального, чтобы рождались Репины, Крамские. Ну и я под эту же тоже всю эту стихию попадаю, потому что и мне тоже недостаток, у меня тоже недостаток в заказах. Был бы, если бы я не занимался тем, чем занимаюсь. Пишут наоборот, везде спрашивают образование, у художников как клуб какой-то, к самоучкам отношения более холодные. Ну, если человек принес слабенькие работы и
Ну, смотрите, какая простая схема. Человек принес слабенькие работы. Но он-то в свои работы влюблен. Ему все сказали, что ой, как классно, почти профессионально. Он несет в галерею. От него хотят избавиться. И они, допустим, уже видят, что, скорее всего, он без образования. Ему говорят, а образование-то хотя бы у вас есть. То есть это повод избавиться. Но если у вас хорошие картины, от вас никто не будет избавляться. Вы считаете себя современным импрессионистом? Нет, 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 нет. Ну, слишком много тем я захватываю в этих уроках, поэтому не могу сказать. Вопрос от финского продюсера. Игорь, каково ваше отношение к пуантилизму и почему работа в данном стиле стоит недешево? Ну, если вы в России начнете продавать пуантилизм современного художника, вряд ли он будет стоить недешево. Вы часто используете тройник или растворитель, масло или ватку? По-разному. Какую сторону ветер дует, то и... Сейчас вот постоянно использую разбавитель для того, чтобы лак не пах. Потому что тройник как развоняется за счет лака на все помещение. Думаешь, зачем, когда можно на разбавителе? Не пахнущим. В каком возрасте вы написали свою первую картину? Ну, в 20, да. В 20. Какой проектор порекомендуете? Ну, это к девочкам. Я в технике вообще не... Ну, можете написать директ, мы вам отправим фото. Так. По институту спрашиваете. Можно зачитать второй наш института, вопрос от подписчиков, который записан. Слева и справа. Мы же их в первую очередь хотели оглушить. А, ну вот вопрос такой замечательный. Может ли бухгалтер стать художником? Ну, идеальный вопрос. Ой. Я вам скажу, среди учеников таких мастер-классов, как у меня, почему-то именно бухгалтеров тьма. Экономистов, бухгалтеров. Хотя, казалось бы, что они у нас делают? Ну, конечно, скучно. Скучно быть бухгалтером. Скучно быть экономистом. Плюс хочется развивать мозг разносторонний. Хочется... научиться эмоциональной жизни. И, конечно, они приходят рисовать. Вот простой ответ. И когда они приходят, они с большим желанием приходят. Очень много у нас как бы те, которые ногти рисуют, там, которые парикмахеры, вот те, которые рукодельники. Очень много. Но часто именно вот такие вот сухие профессии с таким рвением заняты живописью, что все парикмахеры уступают им по степени полета. Что посоветуете почитать, изучить, как обязательно для образовательной части, что поможет расти? Вы знаете, вот эта научная часть живописи на тетрадном листе поместится. Подводная часть вот этого процесса, вот она гигантская, но в ней что? В ней интуиция, в ней эмоция. Какой-то там еще, по-моему, я где-то даже себе пометку сделал. Сейчас, может быть, найду. Так, сейчас. Интуиция, эмоция, это точно. Что-то еще, какое-то третье слово. Вот от того, что я готовился, вот нельзя готовиться. Я теперь как бы завишу от текста, который... Так. А, вкус, конечно, вкус. Есть люди, у которых не развился вкус к их взрослому состоянию. А есть люди с прекрасным вкусом, с потрясающим вкусом. Если... Человек с потрясающим вкусом сделает неловкое движение на холсте. Но он знает, что это движение, допустим, серию движений, это движение можно оставить, оно классно, оно село в холст. Это надо поправить, это стереть. То его картина в любом случае будет сделана со вкусом. Другое дело, что еще формулы живописи существуют, какие-то хитрости, которые нужно узнать, но вкус очень сильно определяет. И если человек умеет доверять своему вкусу. Какой-нибудь мазилка вернисажевский,
который, ну, лубок рисует, но с таким удовольствием, и так доверяет своему вкусу. Да многие женщины очень часто умеют доверять своему вкусу. И как дышится, так и пишется. Но она доверяет, и нет сомнений. А есть люди, у которых есть вкус, и у них нет сомнений, потому что они знают, что такое хорошо, что такое плохо. Вот. Ну и, конечно, эмоциональная жизнь, потому что живопись без эмоциональной жизни, она, в принципе, возможна. И я не раз встречал художников вполне себе так весомых, которые в прошлом военные, ну это же не эмоциональная профессия, прапорщики, там, бывшие эти морячки какие-то, которые вот имели какие-то большие куски времени, когда можно было заниматься творчеством, особенно у прапорщиков, у них вообще времени много. Вот, поэтому... А что мы обсуждали? Что для образовательной части поможет расти. Ну, это было начало, а там уже много всего. Ну, кстати, институт. Вот институт съест 5 лет. Это в институт без подготовки тоже не попадешь. То есть нужно пока сделать просмотр своих работ, и вам скажут еще, да нет, нет, вы нам не подходите, еще потрудитесь. Ну, если хороший институт, так хорошенечко потрудитесь. И съест 5 лет. Причем эти 5 лет вы будете с утра до ночи заниматься этим. Если у вас есть время вот, на институт, 5 лет вот это лишение свободы, то, конечно, обычно это все-таки для детей, вот, подрастающих детей, которым еще там до 25, у которых еще время есть. И они таким образом могут посвятиться. Но опять же, вот институт вас не научит живопись иметь как дело. Делом оно может стать только если исследовать весь комплекс проблем, связанных с живописью. Тут как раз вопрос про время. Игорь, скажите, не поздно начинать обучение живописи после 40, и может из этого что-то получиться? Первые 10 лет общения с живописью – это вообще чистый секс. Это счастье. Общение с краской. Вот для тех, для кого это не пустой звук, когда эмоции зашкаливают до определенного уровня, да, то для тех людей это, конечно, вообще избавление от скуки жизни и прочее, прочее, прочее. Вы когда-то приезжали в Крым, если не ошибаюсь, давали мастер-классы. Есть ли в планах приехать снова с мастер-классами? Нет, ездить с мастер-классами нет, а в Крым я, да, езжу. Тоже вопрос немножко не по теме. Как будут развиваться ваши отношения с кино? Ну, пока мы очень сильно увлеклись этим, ну, я не знаю, вообще по натуре своей я как бы внутренний, я режиссер. И даже моя первая жена Ладушка, Санечкина мама, говорила мне всегда, мой режиссер. Вот, ну, я чувствую режиссерскую, ну, как бы... И в жизни я режиссирую свою жизнь, жизнь близких ко мне людей. Вот. Ну, хотя бы так просто получается, не то, что... Вот. Ну, но насколько это станет более-менее толковым делом, я не знаю. Я очень хорошо чувствую игру актера, я неправду хорошо чувствую. Ну, если это все будет мной удачно применено, хорошо. Потому что это же надо совокупность всего. Это должны быть не только желания и деньги. Это еще нужны удачные актеры, которые захотят с тобой работать. Удачные продюсеры, которым... Ну, в общем, которым... Это же целая команда. Сбить такую команду непросто. На каких сайтах вы продаете картины? Не продаю ни на каких сайтах. Только вот на своем сайте у меня там и только видеоуроки. Ну, в смысле, картины с видеоуроков. Так. Вы по теме. Институт. А там еще как раз третий вопрос остался от подписчиков, да? Который мы обязались озвучить. Так, ну-ка си. Ох, я пользуюсь. Там, в конце все. Там.
А, можно ли обучаться онлайн или обязательно нужен мастер, который поставит руку? Отличный вопрос, да. Угу. Я думаю, что нужно поступить так. Сначала посмотреть, что есть на рынке предложения учителей. Вот учителя предлагают. Один с такой техникой письма, другой с этой, третий. Ну, как правило, чаще всего с техникой письма а-ля академизм. Посмотреть, что они предлагают в этих видео. Способен ли человек проговорить то, что он хочет объяснить? Потому что очень много художников не способны к речи. Глаза, мозг человека, глаза это тоже мозг, часть мозга человека. И у многих художников весь интеллект уходит в глаза. И они бессловесны. Ну, я видел уже немало словесных учителей живописи, поэтому, ну, видео. Поэтому советую сначала рассмотреть, кто есть, и попробовать у одного это, у другого это, третье, четвертое. А потом все-таки сосредоточиться хотя бы на время на ком-то из них. И действительно, что называется, что поставил руку. Хотя, опять же, если вы зациклитесь на одном, то может случиться, что вы будете мыслить только его сознанием. А лучше, конечно, быть посвободнее. Ну, в моей жизни не было такого, в котором я утонул бы учителя. То есть у меня был ряд учителей. Тут многие рассказывают свои истории. И, кстати, я в институте не учился, если кто еще не знает об этом. Я учился вольнослушателем. Сначала в училище, просто вольнослушателем. Нахально себе позволял приходить на самое интересное, рисовал самое интересное. Но поскольку я был достаточно яркий тип, то мне учителя позволяли, потому что я поднимал тонус других. В общем, многие рассказывают свои истории, но вопросов по теме прям я немного не вижу. Так, может быть, тогда мы уже вроде так немножко нарисовали тему. Если будут еще вопросы, кстати, можете писать их. Мы можем повторить этот мотив еще раз, если будут интересные вопросы, на которые будет что ответить. Так что, точка.